Сугробов на тротуарах, весенних луж и калейностей может стать меньше. Совсем недавно в Нарьян-Мар прибыла новая техника для проведения уборки на городских улицах. 5 самосвалов, столько же спецмашин для очистки тротуаров, 3 фронтальных колесных погрузчика и автогрейдер. Совсем скоро новая техника пройдет тест-драйв на городских улицах. Такого масштабного обновления автопарка уборочных машин давно не было. Первыми в Нарьян-Мар своим ходом прибыли самосвалы КАМАЗ. 5 новых блестящих машин торжественно выстроились у гаража. Механик предприятия «Чистый город» Андрей Краюшкин уже успел посидеть за рулем и оценить новинку. Теперь уборка городских дорог будет зависеть от водителей, ведь все машины новые и исправные. В процессе перегонщики жаловались, были проблемы. Так осмотрели, вроде подлежит все ремонту. Техника будет работать, я думаю. Новая техника всегда легче работает. Посмотрим, как она будет себя вести в наших условиях. Все, я думаю, справимся. Ранее «Чистый город» своей уборочной техники не имел. Машины приходилось арендовывать у других предприятий. Как правило, их количества не хватало для полноценной уборки улиц. Отсюда извечная колейность и заснеженные тротуары. Получить долгожданные самосвалы, погрузчики и автогрейдеры оказалось непросто. На аукцион вышли 3 компании. Победителем стала Московская региональная лизинговая компания. Общая сумма договора составила более 100 миллионов рублей. Аванс почти в 11 миллионов уже оплачен. В ближайшее время компания отправит в Нарьян-Мар еще 20 единиц спецтехники. Будет легче, гораздо легче, если мы в течение года смогли содержать дороги, не имея практически вот необходимой техники, привлекая технику от предпринимателей. Но нам, конечно, она позволит более оперативно решать имеющиеся проблемы по плане содержания городских дорог. Новые машины выйдут на уборку городских дорог сразу после оформления необходимых документов и регистрации. Пока час X назначен на первую половину февраля. Время, когда в округе из-за метелей бороться со снегом особенно сложно. Илья Сахаров, Алена Валей, Сергей Качегов, телеканал «Север».